поэтому я вам ничем помочь не могу. И администратор, который вчера работал, она тоже не Александрович. Я не могу найти, потому что я не оставляю, а мне ничего не оставляет. Поэтому вот так вот получается. Добрый день. Вы можете подходить, и вот знаете, она уже свободно ждет вас. Сколько плюс? 5000 рублей. Оттуда в шее головы 1300. Я повторю, но не знаю, сколько стоит 1300. А он... Ну, просто здесь была другая, да? Да, была другая, но они обычно здесь оставляют, что это видно. Я их поискала, не могу найти. Нет, у них Аленин, Аленин. Я нашла вашу карточку, я думала в карточке. В карточке ничего нет. А там не оставлено? Ну ладно. А, и это книга не может сказать. Не доступен. А, она? И она не доступна. Она уехала из города. Но если бы она бы меня бы предупредила. Может, Андрей Александрович забыл? Я не могу вам сказать. Ну ладно. Это прием. Да. Все поняла, спасибо. Я пойду в бахилах. Зачем? Там мокро там. И что? Ладно, снимай. Ездит, в конфетку поем. Орданго, Ордангошу, Орданго, Ордангошауе, Орданго, Андаргашуе, Андарго, Андрданго, Ордангошауе, Шауе, 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 Пепеша. Орданго, Орданго шуе, шуе. Да, жестко. Вот идеальные черты лица, типа. Видишь? С хрена ли у меня не такие черты лица? Но у меня подбородок немножко... По-моему, подбородок чуть меньше, не знаю. Ну, короче, пофиг. Орданго. Орданго шуе. Блин, как заедает эта реклама. Шуе Орданго. Что оно вообще значит? Вот Орданго Шус. Ничего, никакой информации несет. А вот Шауе. Орданго Шауе. Это уже хоть что-то. Да, грустно здесь. Красноярск. Очень грустно. Холодно и пусто. Лужи повсюду. Разве это не поразительно, что у меня в Красноярске и из больше миллиона человек никогда не было девушки и не будет? Ни одной из них не нужен. Ни одной. Никогда.
Вот что интересно. Точнее, это не интересно. Ну что, сейчас, когда приедет, я зарезу. Залази, я сказала. Нет. Ты будешь сейчас кашлять. Ты есть хочешь? Да. Но я не буду руками есть, как ты. А чем? Я не буду руками есть. Его не мытый. Мытый. Мытый? Да. Ну что, ей кашлянь, когда скажет, когда поедет. Скажи, когда поедем, когда я сяду. Да. Ты что? Саша, есть такой смысл, Bluetooth называется. Тогда можно говорить, не держа вот так вот телефон свой сотовый. Понимаешь? Bluetooth. Да. Bluetooth вообще-то не для этого. Для чего? Это громкая связь называется. Ну это в ухо вдеваешь ее, идешь, разговариваешь. И не надо на сотовый. А, вот этой штуки у меня никогда не было в жизни. Ну так вот. Я не даже не... Тебе не нужен банан, ты не ешь да, его. Да, все, едем домой, да? Не трогай ничего. Да, едем. Ну, в Ломоносово не поедем, потому что у нас направления нету. То есть домой надо ехать.